Всем привет! Хочу снять быстрое видео, рассказать вам немножко о нотариусах в США. Вот. Здесь они, конечно, не так популярны, как в странах бывшей СНГ, где надо все и каждую бумажку везде заверять. Но все-таки они здесь есть, иногда нужны. Вот нам впервые за 4 года пригодился нотариус. Оля, как вы знаете, получила тикет, и сейчас нам надо отправить там бумажку в суд, вот, что мы признаем себя виновными, ну, вернее, она. И оплачивает тикет. Вот, эту бумажку надо было заверить у нотариуса. И так, где найти нотариуса? Просто приходите в тот банк, где вы обслуживаетесь. Вот, в нашем случае это банк Chase. Вот он. Пришли мы в банк, попросили нотариуса. А? Просто погода такая. Пришли в банк, попросили нотариуса. Он здесь называется Notary Public. Вот, и буквально 5 минут, она открыта. 5 минут. Дали эту бумажку нотариусу, Оля там подняла правую руку, правую, сказала, что все написано в бумажке правда. Нотариус занесла ее в реестр, свою какую-то там бумажку, поставила печатку и, в принципе, все. Это все бесплатно, так что, если вам вдруг понадобится в США нотариус, приходите в свой банк, где вы обслуживаетесь, и делайте все, что вам надо, заверяйте бумажки. А если же вам надо какую-то бумажку заверить и отправить туда, на родину, и бумажка эта не на английском языке, ну тогда надо уже искать нотариуса, который говорит на вашем языке. Вот я видел там вот в группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, там в русскоязычных комьюнити, там пишут иногда, что вот я нотариус, если кому надо что-нибудь заверить, приходите ко мне. Вот, так что, в принципе, это вообще не проблема найти в США нотариуса, если надо. Конечно, надо он здесь очень редко, но вот иногда бывает, когда надо иметь дело вот с властями. Вот. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.